Всем привет, ребята, с вами опять драйвер 51 рус. Курс обучения. Взлет с авианосца и торпедирование. Вот, кстати, я про что и говорил, что тут на авианосец надо будет садиться и взлетать. Игра у нас Вардхундер. Ссылочка на скачивание и регистрацию будет под видео на канале. Ребята, скачивайте, советую, обалденная леталка плюс танки. Графика, управление, все супер. Всем советую. По моему мнению, игра вообще отличная. Добрый день. Привет. Сегодня мы совершим вылет на торпедоносцах. Это важнейшее оружие авиации флота. Так что готовьтесь, вам предстоит освоить такой непростой маневр, как торпедирование. Но для начала взлет с авианосца. Это не намного сложнее взлета с обычного аэродрома, с той лишь разницей, что места для рауна очень мало. Поэтому я сразу повышаю мощь двигателя до максимума. И после взлета немного подниму с самолетом и не упасть в воду. Только после этого я убираю шасси и закрылки. Полоса свободна. Взлетайте. Набирайте скорость. Сейчас ваш самолет стоит неровно по полосе. Используйте руль направления, чтобы выровнять его. Продолжайте набирать скорость. Старайтесь лететь горизонтально. Отлично. Вы снова в воздухе. Следуйте за мной. В общих чертах торпедирование проходит по одной и той же схеме. Приближаемся к цели, снижаемся, прицеливаемся, пускаем торпеду. Важно помнить, что торпеда идет по прямой. Чем дальше от цели вы выпустите ее, тем больше у цели шансов увернуться. Оптимальным расстоянием пуска торпеды считается примерно километр от цели. Сейчас я покажу, как это делается. У торпеды будет тот же курс, что и у меня в момент ее пуска. Поэтому я направляю нос самолета прямо на корабль. И выравниваю самолет строго горизонтально. Неправильно пущенная торпеда может уйти глубоко под воду или лечь на неправильный курс. Обалдеть. Теперь я могу пустить торпеду. Сразу после пуска я поднимаю самолет. Вот так. Цель поражена. Обалдеть. Теперь вам нужно уничтожить торпедой вон тот корабль. Для начала выйдите на позицию. Сейчас вам нужно снизиться до 400 метров или ниже. 400, третий столбик. Выравниваете самолет. Он должен лететь горизонтально, либо с небольшим наклоном вниз. Ни в коем случае не поднимайте нос самолета. Как только вы выделите цель, появится торпедный прицел. Вертикальная линия на нем. Путь, который преодолеет ваша торпеда. Уровнем давно. Ого, есть линия. Что делать-то? Ну, пробел. Как торпеду-то пускать, ё-моё? Выпускайте торпеду. А, вот оно как. Овощ. Жесть. Сейчас шандал. Давай, вырывайся. Отлично. Корабль уничтожен. Недалеко есть еще пара. Потренируйтесь на них. Так, где пара?
Огонь с палубы не единственная угроза. Торпедоносец во время захода на цель легкая добыча и для истребителей противника. Однако нам есть что противопоставить им. Переключите вид на вашего стрелка. Вы можете доверить прикрытие вашей спины стрелку, а можете взять управление в свои руки. Для того, чтобы открыть огонь, нажмите на гашетку. Однажды это может спасти вам жизнь. Ладно, давай, вот корабль где? Мимо прошла торпеда, обалдеть. Ну, шоптали. Вот на вторую торпеда идет, на третью что? Где торпеда? Вообще не вижу меня. Третья там идет, да. Чё ещё, живой что ли, зараза? Закончились торпеды, да ладно. Да, еще идет торпеда. Нашмаляли мы тут. Вау. Превосходная работа. Да вы настоящая гроза морей. Направляйтесь к аэродрому. Вау. Бою вот так торпеды быстро заряжались. Сейчас накидаем торпеды со всех мест.
Несмотря на эффективность, довольно рисковое занятие. Так что будьте осторожны в настоящем бою. Удачи вам! Так что вот, ребята, налетели с торпедоносцем сегодня. Минцев какого-то. Так что скачивайте игру, ссылочка на игру, на регистрацию будет под видео на канале. Всем удачных полетов, танковых баталий. Подписывайтесь в группу на канал. Всем удачи, пока-пока.